Мы приехали с Алтайского края по поводу лечения Руслана, моего сына. Значит, заболели 2,5 года назад, поставили нам диагноз ювенильный ревматоидный полиартрит, лечились в Барнауле в краевой больнице неоднократно, лечились в областной больнице Новосибирске, детской областной, но никаких результатов лечения не принесло абсолютно. У нас вообще ремиссии не было вообще. То есть постоянно процесс шел, болезнь прогрессировала. Таким препаратом его лечили? Ну, гормоны, но и то даже они вот в настоящий момент уже не помогали. Антибиотиков нам ставили очень много, убили всю кишечную микрофлору ему. Проблемы у нас с кишечником очень большие, с желудком, печень тоже. И, в общем, нечаянно я наткнулась на объявление рекламное в газете «Аргументы и факты», что существует такой центр академика Авакяна в Харькове, и что он лечит вот именно такие заболевания, вот как у нас считается иммунное заболевание. Мы решили попробовать и приехать сюда и пролечиться. Ну, после прошли курс лечения уколами, которые он нам ставил. Ну, я почувствовала на ребенке, я вижу, конечно, изменения есть, что он стал у меня намного бодрее себя чувствовать, веселее, у него как-то появилось настроение. Начал спускаться, подниматься по лестнице, он без помощи моей никогда не мог. Сейчас он сам это делает уже. То есть у него походка даже стала другая. Раньше он как-то в перевалочку ходил, то есть у него болели колени. Сейчас он намного лучше. Вот сегодня мы с ним шли по городу, я у него постоянно спрашиваю, как себя чувствуешь. Он хорошо, хорошо. И боли он иногда до такого доходил, что даже он сам не мог в постели перевернуться. На другой бочок я ему помогала. А сейчас? Ну, сегодня нормально, он ночью проспал. Хорошо. Я среди ночи даже к нему ни разу не подходила. Он сам ночью вставал. Так бодро, хорошо. Вот это вот результаты такие от лечения. Вы когда начали замечать? Вот после первого лечения, после первого дня лечения у него, здесь прямо мы заметили сразу в клинике, что когда ему поставил Саркисович эти уколы, он почувствовал, говорит, мама, с меня, говорит, как будто как, ну, говорит, у меня такая легкость появилась в организме во всем. Это вот слова ребенка, он мне так сказал, говорит. Что я прямо почувствовала себя, говорит, как я раньше был здоровый когда. Вот такое у меня было ощущение оздоровления после первого раза. Встал уже так, я вижу, что он стал бодро. Именно, ну, как с кровати стал резко, не так, как раньше. Вот. Ну и надеемся на дальнейшее выздоровление. Как нам доктор сказал, что этот процесс будет идти еще несколько месяцев. И что все-таки... выздоровеем мы с ним окончательно. В общем, уже результаты... Уже результаты налицо есть, да. И приседать я стал, и бегать стал еще. Гаги Саркисович нам очень хорошо помог. И в дальнейшем... Мы, конечно, очень ему благодарны за все это.